Карапуз, у нас с тобой, кажется, серьезные проблемы. Лава все выше и выше. Она прям только что на моих глазах подтянулась наверх. Все, нужно забраться как можно выше. А как в дом? У меня даже блоков-то нет никаких. Как он вообще так сделал, чтобы она поднималась? Я вообще без понятия, Карапуз, как он так сделал. Но нам хана в любом случае. За мной, бро. Куда за тобой? Ты куда? О, красава, давай, Карапуз. Все. Что все? Лава поднимается. Блоки кончаются. Да ты сдурел, что ли? В смысле кончаются? Блин, а как-то можно же допрыгнуть же по-любому, Карапуз. Давай вот сюда вот, например. О, черт, это было бесполезно. Коробки-то еще фиг из чего состоят. Непонятно, в дом-то не пробраться. Да и смысл-то какой? Мы же вообще на каком-то острове находимся. Ой, что-то плохо мне становится, Карапуз. Что-то очень плохо мне становится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жарко-то как? Я что-то не понимаю, Карапуз! А мы где с тобой опять оказались? Ты что делаешь? О да, буржуйка, грей меня полностью! Ты что, сдурел? Ты что задницу-то свою греешь, Карапуз? Мы где с тобой? Ты мне скажи, пожалуйста, я вообще ничего не понимаю, ничего не помню. Мы? Есть только я. Чё ты несешь, малыш в подгузниках? Блин, я вообще не понимаю. Чё тут такое? А, погоди, тут какие-то вешалки, а это бревна. Слушай, похоже на предбанник какой-то. Хватит биться головой о стену, Карапуз, нужно выбираться отсюда. Погоди, а чё мы делаем в предбаннике? То есть, здесь баня? What the fuck? А я думаю, чё так жарко-то? Фух, с меня уже четвертый пот сходит, Карапуз, мне это вообще не нравится. Успокойся, пожалуйста, не бейся головой об стену, я ж тебе сейчас тесаком ударю. Или стрельну! Чё ты на меня так смотришь страшно, Карапуз? Не надо на меня так смотреть. Карапуз? Ты меня не узнаешь? Это же я, Лионель Месси. Какой еще Лионель Месси? Жара-то какая! Ёлки-матрёшки! Это чё, сон был, Карапуз? Ты здесь, да? Ты здесь, подгузниковый ты мой парень. Это чё такое было сейчас? Я чё, сознанку от лавы, что ли, потерял? То, что она горячая такая. Чё ты бьёшь? Мне синяков только не хватало. Мне сейчас такое приснилось, это жесть. И так жопе горячо. Приснилось? Ну да, приснилось. Приснилось, что мы в бане с тобой греемся, прикинь. Вот настолько эта лава серьезная. Ты когда время на сон уделить успел? Ну, я не знаю, я просто сознанку, кажись, потерял. Погоди, а чё мы делаем на крыше этого дома? И чё, лава все еще поднимается? Я танцевал, пока ты спал. Лава остановилась! А, остановилась! Фух. И чё? Мы ж все равно на острове и посреди океана с лавой. Остался последний шанс. И какой это шанс остался? Что ты делаешь? Чё ты... Самолет? Карапуз? А у тебя этот самолет давно? А, я не рассказывал? А, нет, не рассказывал. Сдурел, что ли? Ты нафига его в розовый-то покрасил? А чё нет? Ну да, а чё нет, если да, как говорится. Так давай садись тогда, полетели. Стой. Карапуз, а я... Там же одно место в самолете. Давай, приземляйся, сдурел что ли? А мне-то как сесть? Есть план. Естественно, есть план, у тебя всегда есть... Ты чё, мне лодку оставил деревянную? А как же я по лабе-то поплыву? Ладно, прощай, Карапуз. Я без тебя никуда, бро. Это так трогательно, Карапуз. Ладно, что, давай садись в лодку, поплыли, каким образом, я не знаю. О, вот это я понимаю, Боинг 3000. Все, погнали, Карапузище. Ха-ха. Деревянный самолет, правда, страшнее теперь в 1000 раз. Но я думаю, ничего страшного. Только ты аккуратно рули, Карапуз. С тобой просто и так страшно летать. Так. Ща громила, метеорит должен скоро прилететь. Наблюдаем. Слышь, громила, что-то не летит нифига этот метеорит-то. Что-то походу и на пришеленцы нас обманули немножечко. Эй, метеорит, давай сюда лети уже скорее. Ну точнее не сюда, а на землю. Ну мы же на землю его заказали. Ёлки-матрёшки. Придется опять этим инопланетянинам звонить, короче. Ладно, громила, пошли звоночек делать. Пришельцы, давайте мне отвечайте скорее.
Так, 3, 2, 1, 4, 5, 8, 7. Телефон пришельцев очень странный, но звоним. Ну же, берите трубку, а, инопришельцы. А... Вы что, сбросили, что ли? Это что за дела вообще происходят? Слышь, Громила, что ты инопришельцы мне не отвечают? Алло, кому говорю, Громила? Мне говорю, инопришельцы не отвечают. Я профукал свои $100. Что, босс, вы сказали? Вы же заказывали метеорит за $1,000,000. Ой, точно, миллион долларов я профукал, правильно, Громила. Фух, чуть не спалился, что метеорит на самом деле стоил $100, а не миллион, но все равно жалко, $100 это дофига так-то. Влад, это бумага, а бумага это деньги. Слышь, Громила, давай это, кажется, на землю пора лететь. Походу метеорита-то ждать никакого нам не стоит. Есть, босс. Заряжаю ракеты. И полетели. Ладно, все, я пойду пока в комнату отдыха. Вот это бумага, а бумага, это велик. О. А4 ламба. Громила, алло! Ты не подслушивай, когда я так пою, ладно? А что, босс, вы сказали? Вот это бумага, а бумага, это деньги. Ладно, поехали. Фух, чё, долетели, карапуз? Блин, наконец-то! Родная деревня! Они там что-то коробки заменили на какие-то другие. Сначала были вот эти, сейчас вот эти. Я что-то ничего не понимаю. Влазь, карапуз, нам уже пора с тобой разбираться с этим фейковым Владом. Погоди, а так мы что, реально на острове в небе, что ли, были все это время? Ёлки-матрёшки. Ладно, как-то нужно спуститься, только аккуратно, да? Естественно. А как по-другому-то можно было? Естественно, как? Вижу бассейн! Раз! Два! Не, нафиг, я что, дурак, что ли? Как-нибудь поаккуратнее спущусь. Не-не-не-не, карапуз, я на тебя не куплюсь. Нет. Я лучше как-нибудь по старинке через дом Влада Бумаги. Правда, фейкового, но ничего. Дом есть дом, как говорится. Нам нужно срочно, карапуз, в нашу деревню. Сейчас мы совсем разберемся. У меня есть кое-какой гениальный... Уф, аж больно на это смотреть, карапузик. Это кто? Походу клон тот, гемастер. Так все-таки был клон, да, я так и знал, карапуз, я так и знал, только ему как бы уже хана. Смотри, и все клоны здесь, карапуз, я так и знал, что все, я спокоен. Все, пошли в нашу деревню, бегом, карапуз. Нам нужно кое-что определить. Во-первых, посмотреть, что это они там строят в этих своих коробках 100 слоев челлендж. А во-вторых, разогнать всех этих строителей отсюда. Ой, карапуз, помогай, карапуз. Вот так вот другое дело. А мне нужно пока забраться каким-то образом. Оп, сейчас проберемся вовнутрь. Правда, 100 слоев челлендж, но ничего страшного. Я думаю, все нормально будет. Ну, ничего страшного. Все. Не понял. Карапуз! Ай так сюда! Ты что там, строителей убиваешь, что ли? Не, не убиваешь. Иди сюда. Давай. Спускайся сюда, я тебе сказал. Это не мое. Точнее, мое. Но не мое. Быстро сюда спустился. 3, 2, 1. Стрелять буду в случае чего, ты понимаешь. Карапуз, они тут, кажется, раскопки делают. И кажется, они кое-что нашли. Ничего не хочешь мне рассказать, а? Твари! Я-то думаю, зачем им нужна именно наша деревня? Зачем? А тут, оказывается, алмазная залежа была все это время, да? Мою нычку нашли все-таки. Так это твоя нычка, карапуз! Не моя, деда моего! Почему ты мне раньше не говорил, что у тебя здесь алмазные залежи? Он мне наследство оставил, чтобы я хранил. Так чё ж ты сразу-то не сказал? Что оно у тебя здесь? Мы бы его как-нибудь перевезли в другое место! Ты понимаешь, сколько у нас проблем стало с этих, блин, алмазов. Точно. Офигеть. А чё ты не предложил мне? Стреляю на счет 3. 3! Повезло тебе, повезло, карапуз. Это не потому, что ты упрыгнул, а потому, что у меня патроны закончились. Бери оружку. Хотя не. Зачем ты мне оружку скидываешь, карапуз? Ты чего там увидал-то, пока прыгал? Там этот. А4 или А3. Как его там? Чё, в смысле, как? Ты серьезно? Они же были в космосе. Карапуз, походу, прилетели. Ну чё, Громила, пошли в деревню, в эту, в прошлую. Алло, ты меня слышишь, нет вообще? Будем продолжать раскопки залежи алмазов. Влад, это бумага, а бумага это велик. Давай за мной, чё стоишь там?
О, какая серия интересная это получилась, да, ребята? Поэтому поставьте лайк на эту серию. И обязательно прямо сейчас подпишитесь на мой канал, чтобы новую серию не пропустить. Также не забудьте посмотреть предыдущую серию, а может быть уже и следующую. Все зависит от того, когда вы этот ролик смотрите. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!